зачетки был лучший став. Подожди, он Европы, между прочим. Потому что сейчас Бураны. Ну, слушай, подожди. Когда в составе нашего кванта был еще, по-моему, шоу. С этой стороны встать. Шутить. Ой, да забивай! Гол! Забил. Лучано. Ну, честно, я хоккеем, вот хоккейным Спартаком не интересуюсь. Там ничего спартаковского нет. А ромбик оставшую. Ой, хорошо. Высшая позиция у Коломны. Это 11 место, которое заняли они в прошлом году. Также стоит, наверное, отметить, что в сезоне 2014-2015 года, сейчас посмотрим, чем закончится эта атака Логинов уже. Белый направо. Начал там разгоняться Желтиков. Желтиков замыкал. Еще борьба. Выбивают мяч достаточно спокойно сейчас строгинцы. И может получиться атака. Не успевают чуть-чуть Костюков. В третий год подряд сойдутся эти команды за Суперкубок Москвы. И не исключено, что произойдет эта встреча на Янтаре, как это было, например, год назад. Сейчас желтая карточка первая в этой встрече. Получает ее Игорь Турсунов. Уже свою атаку дает Шалееву. Снова потеря мяча, здесь уже. Максудов перехватывает мяч, отдает Заерка, получает ответную передачу, толкает его в спину. Максудов против первого. Удар Джамшеда, точно. 20 минут до конца основного времени. Выскочил все тот же Новак вездесущий из-за спины. Этот мяч забрал, и здесь до Максудова доводится этот мяч. Снова догоняет его Мурадов, подключается Егор Шульга, получает передачу. Передача уже на дальнюю штангу. Ах, тут попадать надо. Вон, выскакивает Туркин, такую свечу зажигает на поле. Ой, здесь отскочил же мяч к Заерка, как свернулся. Недовольство этим падением, не самое цензурное. Шалеев тут же выбрасывает мяч вперед. Туда сместился Заерка на фланг. Нет, это Максудов снова. Максудов вот так решил забросить. Не то за шиворот.